Сегодня мы расскажем вам о том, как с легкостью добраться до терминала аэропорта Пулково, а автомобилистам воспользоваться нашими парковками. Поехали! Да закрывайся! Итак, мы находимся с вами на остановке около станции метро Московская. Именно отсюда жители и гости города добираются до аэропорта. Для вашего удобства доступно два маршрута – 39 и 39 экспресс. Время в пути в среднем составит 30 минут. Я поехала, до встречи в аэропорту, пока! Вот мы и добрались до аэропорта Пулково. Да закрывайся! Чтобы добраться до аэропорта Пулково, вы также можете воспользоваться услугами такси, либо доехать на своем автомобиле. Парковочный комплекс аэропорта Пулково состоит из 4 зон – крытый паркинг и 3 открытые парковки. Зона П1 – крытый паркинг. Трехэтажный комплекс в непосредственной близости от терминала. Это оптимальный вариант для стоянки автомобиля при однодневных перелетах или долгосрочных путешествиях. Зона П2 – открытая краткосрочная парковка. Это удобный вариант для встречающих и провожающих. Вы сможете с легкостью добраться с чемоданом от автомобиля к вокзалу и наоборот. Зона П3 – открытая краткосрочная парковка, расположена в 5 минутах ходьбы от терминала. Она очень комфортна для встречающих и провожающих, особенно для тех, кто хочет задержаться в аэропорту. Напомним, приятная мелочь. При предъявлении парковочного талона многие кафе Пулково предоставляют скидку 10%. Зона П4 – открытая долгосрочная парковка, расположена в 10 минутах ходьбы от терминала. Для вашего удобства между зоной П4 и терминалом каждые 15 минут курсирует бесплатный шаттл. Обращаем ваше внимание, что во всех зонах парковочного комплекса аэропорта Пулково тарификация начинается с первой минуты. Но для вашего удобства вы всегда можете подъехать непосредственно к терминалу. Для этого вам доступно бесплатные 15 минут. Этого времени вполне хватает для того, чтобы проводить или встретить своих близких. Туристы красивые. Сегодня мы рассказали вам о том, как с легкостью можно добраться до терминала аэропорта. А в следующей серии расскажем о том, как проходить регистрацию. Мы дадим вам несколько ценных советов, которые позволят вам сэкономить время и насладиться предвкушением полета. А если у вас вдруг есть какие-то вопросы, задавайте их под этим видео. Хороших полетов из Пулково! Пока!